Сегодняшний выпуск я хочу начать с очередного преступления россиян. Ни для кого не секрет, что оккупанты на украинской территории пытают, насилуют и убивают украинцев. Особенная жестокость у захватчиков к украинским защитникам. Им плевать на Женевскую конвенцию. Россияне расстреливают пленных. А следующее видео, которое я хочу вам показать, еще раз докажет всю сущность оккупантов, если кто-то еще сомневается. На кадрах видно, что российский военный взял в плен бойца ВСУ. Но нужен ему был только для того, чтобы использовать украинского солдата как живой щит для зачистки позиций. Что случилось дальше с украинским бойцом, неизвестно. Не исключено, что его просто убили.